Активисты фонда «Инсан» работают не только в столице Дагестана, но и в муниципалитетах. Так, в преддверии нового учебного года в Хасавюртовском районе прошла акция «Собери сирот в школу». Более 100 детей из малообеспеченных семей получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Тетради, ручки, линейки и карандаши. В помощь к подготовке к новому учебному сезону каждому из подопечных фонда вручили все, что необходимо для успешной учебы. Когда цены на школьные принадлежности неумолимо растут, малоимущим все сложнее собрать своих детей в школу. Подготовка к акции началась еще задолго до ее старта. Представители фонда произвели сбор средств, внести свой вклад смог любой желающий. Лучшим деянием из деяний раба это, говорится, сурурун. Это радость, которую ты вносишь в сердца мусульман. А когда ту радость, когда ты вносишь детей, маленьких детей, это очень большое вознаграждение ожидается от Всевышнего Аллаха. Среди присутствующих на акции государственные и религиозные деятели. В адрес учащихся прозвучали слова напутствия и поучительные наставления. По окончании мероприятия сотрудники фонда доставили школьные принадлежности по адресам семей, которые не смогли присутствовать на мероприятии.